Всем привет, привет, привет! На моем канале «Сам себе режиссер». Запишем притчу, которая называется «Волчок». Некий философ вечно бродил там, где играли дети. Увидит мальчика с волчком и насторожится. Едва волчок начинает вертеться, как философ преследует его и силится поймать. Ему было все равно, что дети шумели вокруг него и старались не допустить до их игрушки. И если ему удавалось поймать волчок, пока он вертится, он был счастлив, но лишь одно мгновение. Затем бросал его на землю и уходил. Он верил, будто достаточно познать любую малость, следовательно, и вертящийся волчок, чтобы познать всеобщее. Поэтому он и не занимался большими проблемами. Это казалось ему неэкономным. Если же действительно познать мельчайшую малость, то познаешь все, от того он интересовался лишь вертящимся волчком. Когда он видел приготовление к запуску волчка, он неизменно начинал надеяться, что теперь-то его наконец ждет удача. А если волчок уже вертелся, и он, задыхаясь, бежал за ним, надежда превращалась в уверенность. Но когда он наконец держал в руках глупую деревянную вертушку, ему становилось тошно, и крик детей, которого он до сих пор просто не слышал, оглушал его, гнал его прочь, и он уходил, пошатываясь, как волчок, от неловких толчков погонялки. Да. Вот такой волчок. Да, это значит, можно рассудить так. Пока что-то вертится, пока что-то можно приостановить в его силах. Ни на что не глядя, ни на крики, ни осуждения он это делает. А потом теряет интерес к этому. Остановил дело какое-то, и все. Ему уже неинтересно, тошно. Он бросает и уходит. Много таких людей. Начинают дела, быстро завертелись. Интерес теряют. Стоп. И дела останавливаются. Вот так я рассудила. Может, кто-то по-другому рассудит. Тут всяко-всяко можно рассуждать.